В результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении днем 11 января на кельбаджарском направлении Азербайджан-Армянской государственной границы, погиб военнослужащий сверхсрочной службы солдат Аяс Назаров. Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя. В результате соответствующих мер, принятых подразделениями Азербайджанской армии, противник был подавлен. Вся ответственность за возникшую очередную напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении, говорится в сообщении.